Духовным управлением мусульман Республики Татарстан определено, праздничные мероприятия будут проходить 17 июля, начало в 7 часов утра. Для перевозки горожан Комитетом по транспорту Исполнительного комитета города Казань будет организовано 24 автобусных, 3 троллейбусных маршрута, которые будут работать с 4 часов 30 минут утра 17 июля. Всех мусульман хотелось бы поздравить с этим светлым праздником, пожелать здоровья, мира и добра.